Я очень благодарен Богу за то, что Бог дал мне в этом году то, о чем я так долго мечтал. Мне 38 лет, и я давно хотел жениться. Но именно сейчас я понимаю, почему я так долго ждал, потому что я встретил ее, красавицу, самую лучшую девушку на свете. Я влюбился в нее, и Бог дал мне ее. Можно сказать, что это была та мечта, которую он исполнил, причем одна из самых больших мечтаний моих в жизни. Я очень люблю свою жену. Я безумно счастлив, что Бог проявил ко мне такую свою милость, что Бог дал мне то лучшее, что у него было для меня.